Темпы прививочной кампании на территории Одинцовского округа продолжают расти. Очередной кабинет вакцинации открылся в гипермаркете «Глобус» в селе Юдино. Это уже 7-й пункт в муниципалитете. Он работает ежедневно с 13 до 18 часов. Единственный выходной день – вторник. График построен таким образом, чтобы охватить максимальное число посетителей. Проведение вакцинации здесь обеспечивают медики Голицынской поликлиники. Вместе с открытием новых точек вакцинации идет оптимизация режима работы других прививочных пунктов. Например, пункт в торговом центре «Дубрава» теперь работает не только в выходные, но и в будние дни с 15 до 19 часов.